Почему мы любим сладкое? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Если в школе на уроках биологии вас учили, что горечь мы ощущаем задней частью языка, а сладкое его кончиком, забудьте это. В 2017 году ученые выяснили, что вкусовых зон языка не существует. Пониманием вкуса заведует наш мозг. Он же и оценивает пищу с точки зрения пользы для организма. Во-первых, она должна служить источником энергии. А энергия – это углеводы, моносахариды и дисахариды. То есть все, что распознается нами как сладкое, так безудержно нравится вовсе неспроста. Во-вторых, пища выступает источником строительных материалов. А строительный материал – это прежде всего белок. В первую очередь глютаминовая кислота, которая является самой распространенной аминокислотой из тех 20, что составляют белки. Поэтому пища, щедро посыпанная глютаматом, кажется нам такой вкусной. В Китае, к примеру, глютамат считается национальной приправой наравне с солью и сахаром. Сигнал о появлении сладкого или белкового вкуса передается в продолговатый мозг. И у нас сразу же просыпается аппетит. Даже младенец распознает сладковатое молоко матери как очень желанное. Это происходит за счет лактозы и белков. Сигналы об этих вкусах также уходят в гипоталамус, где происходит генерация положительных эмоций, и наше настроение повышается. Именно по этой причине нам так непросто отказаться от сладкого. Мозг просто не понимает, зачем нам это делать. Кислый вкус в небольшом количестве воспринимается как приятный, но его избыток ведет к повреждению слизистой. Другими словами, существует лимит, и если он превышается, мозгу это не нравится. Тогда в организме запускается защитная реакция. Также обстоит ситуация и с соленой пищей. В меру хорошо, а вот потребление соли в большом количестве вынуждает организм давать ответ. Например, повышенное артериальное давление. Вероятно, это связано с тем, что наши предки жили в среде, где было мало пищевой соли. Она очень важна для правильного состава межклеточной среды и плазмы. Сложнее всего с горьким вкусом. Он образуется молекулами, которые являются растительными токсинами и запускает оборонительное поведение. Если вы дадите младенцу что-то горькое, он это выплюнет и закричит. Сигнал о горьком передается в центры отрицательных эмоций гипоталамуса и центры оборонительного поведения, за счет чего возникает мощное негативное переживание. Мы можем выпить чашку горьковатого эспрессо, но сильная горечь обязательно вызовет отрицательную реакцию, сравнимую, например, с реакцией на боль. Ощущение горечи – это сигнал о том, что мы съели что-то не то. Но есть один интересный момент. Такой вкус активирует иммунную систему, и лекарства горькие как раз по этой причине. Ну и конечно, потому что горькое вряд ли съешь случайно. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!